Всем привет! В этих коробках находится 7 классных товаров из Китая, которые каждый может купить, и они по-настоящему могут упростить вам жизнь, сделать ее проще. Седьмой очень большой, не влез в коробку. Не буду затягивать, начнем! Вот это болт, а вот это гаечный ключ. Но проблема в том, что они друг другу не подходят. И чтобы не быть как вот этот чувак, вам поможет волшебная приспособа из Китая. Ее фишка в том, что она надевается на биту, вставляется в шуруповерт, и вы можете открутить ей болт любого диаметра. Как она работает? Вот эти стержни подпружинены, и когда туда прижимается болт, то нужные стержни опускаются, а остальные остаются и вращают его. Самое главное, что сэкономить им кучу денег, ведь одна такая парудолларовая насадка может заменить целый арсенал бит. Вы вообще видели, сколько они стоят? Так что это точно пригодится. Это две ПВХ трубы, а это алюминиевая трубка. И мне нужно их разрезать. Но как? Ножовкой делать это не вариант, остаются рваные края, никуда не годится. На помощь придет вот эта мини-резалка, которая может подстраиваться под разный диаметр труб. Ее нужно только приложить, закрутить, так чтобы колесико уперлось в материал, и начать вращать. Материал сразу начнет прорезаться. А через несколько оборотов он полностью поддастся, и вы получите аккуратный, идеально ровный разрез. Стоит копейки, но насколько упрощает жизнь? На товар, который находится в этой коробке, у вас сперва может быть вот такая реакция. Уверен, вы не раз были на каких-то застольях, где на столе куча еды, и чтобы взять себе что-то, приходится кого-то просить. Телескопическая вилка избавит вас от этой проблемы. Она выдвигается, становится в несколько раз больше, и вы можете ею дотянуться до любой вкусности на столе, но еще людей повеселить. А в сложном состоянии это простая, ничем не примечательная вилка. Если у вас есть телефон, то вы точно сталкивались с такой ситуацией. Нужно на него что-то снять, но проблема в том, что вторая рука занята. Вещь из четвертой коробки поможет вам забыть это как страшный сон. Она похожа немного на врачебный фонендоскоп, только вставляется не в уши, а надевается на шею. А в крепление зажимается телефон. И благодаря этому у вас становятся свободными две руки. Это очень круто выглядит, например, в Инстаграме, где все снимают со своих рук, а вы можете выложить историю или провести трансляцию, будто у вас на груди закреплена экшн-камера. Вы любите чай? Я тоже. Иногда делаю его в пакетиках. Хоть и не так вкусно, но зато быстро. И постоянно они предательски делают вот так. Но лучше бы я пользовался вот такой вещью. Это заварник с отжимом. Туда надо досыпать чай, закрыть крышкой, и можно заваривать в чашке, как и пакетик. Она сделана из пищевого пластика, и пихать ее в горячий чай можно. А после заварки просто нажмите на кнопку, она отожмется, и все. Забудьте пакетики, как страшный сон. На первый взгляд, это обычный словарь английского языка, но дело в том, что нет. Тут нет листов, только обложка. На самом деле это скрытый сейф, который закрывается на ключик. Туда можно положить какие-то важные вещи. 1 гривна жетон на метро, это очень важно, конечно. Закрыть их и поставить какое-то непримечательное место. Согласитесь ведь, ни за что не придет в голову, что это совсем не книга. Она лежит себе спокойно, да и все. Но там хранятся ваши вещи. Это не столько предназначено от воров, хотя от них тоже, сколько от любопытных взглядов ваших сожителей. Наверху, кстати, есть дырочки под монетки, так что можно использовать как копилку. Ну и это самый крутой и полезный товар из этого видео. Если у вас был сложный день, вы очень устали, так хочется в конце дня расслабиться. Для этого есть вот такие массажные кресла. Но цена вообще где-то в облаках летает. А вот этот массажер абсолютно ничем не хуже. Он одевается на шею, в лямки просовываются руки, вы выбираете один из режимов работы, и все, наслаждайтесь массажем. Я был удивлен тем, насколько качественно он это делает. Вешать его, кстати, можно на разные части тела. Это как целый день копал картошку, а потом хорошенько размял спину. Вот такой же кайф, ни с чем не соизмерим. Поэтому вот эту штуку я точно рекомендую себе купить. Ссылки на все вещи из видео есть в описании, они аффилированы. То есть с вашей покупки Алиэкспресс поделится со мной небольшим процентом. А если вы поставили лайк, значит видео вам понравилось. Точнее наоборот. Всем пока!